Сегодня мы стали чуть ближе к окончанию Второй мировой войны, к величайшему сражению на всей нашей земле. Мы сегодня обязаны хранить и чтить память наших предков, наших дедов и прадедов, объяснять и рассказывать подрастающему поколению о том подвиге, который они совершили. И сегодня нам в помощь и наши уважаемые ветераны, и ребята, которые прошли локальные конфликты и занимаются патриотическим воспитанием по городу Железногорску, Железногорскому району, по нашей Курской области. Наши поисковые отряды также работают над тем, чтобы найти останки наших героев и захоронить их, предать земле. Вечная память героям. Никто не забыт и ничто не забыто. Спасибо.